В День Конституции России школьникам Владивостока торжественно вручили паспорта граждан Российской Федерации. Все ребята, которым вручили документ и Конституцию Российской Федерации, являются активистами различных детских общественных объединений, имеют успехи в спорте, учебе и творчестве. Ребята, я бы хотел, чтобы вы прочувствовали сегодня этот день. Он действительно для вас лично точно торжественный. И придумали себе действительно красивую мечту, ради которой гражданин нашей страны может и должен учиться, получать знания, навыки, ну и главное, быть счастливым. Школьники произнесли обещание стать достойными гражданами своей страны, после чего молодые люди стали участниками разговора с главой города и обсудили, что даст городу статус молодежной столицы. И когда мы победим в этом конкурсе, сам факт участия или сам факт статуса молодежной столицы даст нам возможность привести море ребят, которые вам будут интересны. Со своим личным крутым опытом, самых крутых спикеров, самые крутые мероприятия, которые только возможны в нашей стране по всем возможным направлениям. Культура, спорт, образование, предпринимательство, все, что хотите, молодежь. Это будет здесь, в нашем городе. Поэтому надо чуть-чуть постараться совместно проголосовать. Ребята смогли задать свои вопросы, спрашивали о выборе карьеры, о перспективном образовании, а также какие крупные спортивные мероприятия планируются и будет ли в городе метро. У меня вопрос. Думали ли вы над созданием метро в нашем городе? Да, думал. Точно не просто метро, а наземное или легкое метро. Это уже не какое-то далекое будущее, это уже поручение президента. Глава города подчеркнул, что Владивосток – город по-настоящему открытых возможностей для молодых людей. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.